Дорогие друзья, всем здравствуйте. Напишите меня, пожалуйста, как видно, как слышно. Меня зовут Суходоев Алексей. И сегодня мы с Сергеем Анатольевичем проведем для вас вводный технико-экономический вебинар, а затем расширенный. Что из себя представляет вводный технико-экономический вебинар? Во-первых, я хотел бы напомнить и, более того, смотивировать вас, возможно, приглашать на данный вебинар действительно тех людей, которые желает погрузиться в проект Skyway, и если вы желаете в свою очередь сэкономить ваше время на донесение информации, потому что здесь мы стараемся максимально кратко, доходчиво, со всеми объяснениями, обоснованиями донести основные концепции, основные аргументы и тезисы, почему стоит заинтересоваться технологией Skyway и почему действительно сейчас все больше и больше людей начинает не просто регистрироваться, не просто следить за проектом, но и инвестировать. И это немаловажно, дорогие друзья, потому что поток инвестиций у нас развивается действительно в гипергеометрической прогрессии, поэтому мы реализуем те намеченные планы, которые были установлены еще в 2014 году при в начале развития, по новой схеме развития, которая действует с 2013 года, это схема краудинвестинга. Сегодня мы пообщаемся на расширенном технико-экономическом вебинаре непосредственно также и по новостям, которые очень ожидают все, и мы в том числе, так как раньше этих новостей в принципе не было, я имею в виду опять же 2014 год, сейчас я могу сказать, что в принципе раз в несколько дней появляется по несколько новостей. Это сегодняшний этап развития нашего проекта и, собственно, уже инициируются адресные проекты. Я не мог этого сказать и не мог этого предположить, что действительно в 2016 году, в ноябре, мы будем заниматься такими вещами и слышать уже о договоренностях в тех или иных странах по созданию адресных проектов, то есть по поводу применения технологии Skyway. Но действительно то, что мы декларировали, что 99% населения Земли станут так или иначе заинтересовываться технологией Skyway. И, соответственно, я могу сказать, что сейчас те люди, которые получают информацию о проекте Skyway, начинают ею интересоваться. А теперь давайте проголосуем, кто присутствует в первый раз, кто присутствует во второй раз, и, возможно, вы регулярно посещаете вебинары, но я напоминаю, что азбука Skyway предназначена в первую очередь для тех людей, кто погружается в проект Skyway, и, собственно, мы продолжаем вести эти вебинары, потому что эти вебинары мы считаем в первую очередь отработкой для нас самих презентации, потому что есть у нас люди в структуре вообще от Skyway, которые проводят в месяц более 20 и 25 даже презентаций. Естественно, это мастерство, естественно, это умение, и, естественно, разным образом все равно мы говорим информацию, так как не можем заучено повторять, это просто не имеет никакого смысла. И многие наши партнеры посещают вводные вебинары по той причине, для того, чтобы просто прослушивая их либо фоном, либо как-то подчеркнуть для себя что-то новое и создать новую базу аргументов. И то, что мы видим на сегодняшний момент, дорогие друзья, то, что вот 29 ноября фактически немного осталось до начала технологических прогонов генеральных. Генеральный технологический прогон вначале будет, потом, соответственно, это войдет в стабильный режим, и многие делегации будут посещать уже после выставки, которая пройдет в Москве. Многие задают вопрос, что за выставка. Вы можете посетить эту выставку, если вы желаете, если вы проживаете либо в Москве, либо недалеко от Москвы. Посетить стенд, посмотреть, но мы можем сказать, что на тот момент уже подвижных составов в модели 1 к 1 их не будет, так как они будут находиться на испытаниях на экотехнопарке. И вот это вот, дорогие друзья, это наш сегодняшний этап. Мы находимся в преддверии демонстрации в движении. Все начиналось далеко не с этого. И более того, я могу сказать, что самой технологии более 39 лет, уже фактически скоро 40 лет будет. И эта технология, по нашему мнению, станет основой нового технологического уклада, как стал в свое время интернет и свойства кремниевые, из которого сформировались такие понятия, как кремниевые технологии, силиконовая долина, то есть кремниевая долина. И мы знаем, какую капитализацию микропроцессорная электроника, IT-сфера, сфера программного обеспечения создала. То есть это достаточно серьезная доля, львиная часть, так скажем, современной мировой экономики. И если говорить о том, что будет после компьютеров, после микропроцессорной электроники, после искусственного интеллекта, то стоит задуматься, а вообще с какими скоростями на сегодняшний день совершаются различные бизнес-процессы, с какими скоростями совершаются денежные транзакции, с какими скоростями совершается документооборот. И меня поразило, но это действительно факт, который стоило ожидать. С использованием системы блокчейн, вот в сентябре был анонс, что была совершена первая сделка. Barclays Bank зарегистрировал через систему блокчейн, то есть это система на основе криптотехнологий. И то, что раньше занимало по продолжительности времени 3-4 недели, заняло 3 часа. То есть это действительно колоссальное сжатие во временных рамках, естественно, в сторону большей эффективности, в сторону увеличения скоростей. Но об увеличении скоростей мы не можем сказать о современной транспортной технологии. Железнодорожный транспорт по-прежнему застрял в прошлом веке, и да, мы сейчас не перемещаемся, слава богу, в метро на паровой тяге, а в Германии, допустим, в рассвет, так скажем, технологий, то есть во времена немецкой, фашистской Германии, метро было на паровой тяге, и люди действительно вдыхали эти такие вот вредные испарения благодаря тому, не благодаря тому, а из-за того, что использовалась паровая тяга, то есть паровозы перемещались как метро. Сегодня средняя скорость подвижного состава железнодорожного транспорта 15-20 км в час. И мы знаем, и более того, серьезные корпорации знают о том, что в транспортно-логистических пробках утопают многие товары, грузы, и происходят задержки, приносящие убытки в десятки и сотни миллионов долларов. Соответственно, как только появится альтернатива, я могу сказать, что ту технологию, которая предоставит альтернативу, ее будут повсеместно использовать. Мы считаем, что это будет технология Skyway, и более того, в гонке технологии по транспорту второго уровня по праву можем сказать, что технология Skyway на сегодняшний день является лидером. Об этом мы говорили на прошлом расширенном технико-экономическом вебинаре, где показали сравнение с нашей конкурентной технологией. Можно называть конкурентной, можно называть просто очередной технологией транспорта второго уровня, очередной альтернативой современному транспорту. Но мы четко сравнили, что на сегодняшний день мы опережаем по развитию одну из компаний, которая также имеет все шансы реализовать свой проект. Но, дорогие друзья, что касается струнных технологий и компании Skyway, все началось далеко не в 2013 году. К этому пришли позже, а все началось в конце 70-х годов, когда Анатолий Эдуардович Юницкий начал действительно оптимизировать те изобретения, которые были уже внедрены, и пришел к концепции, что должен быть создан абсолютно простой, использующий законы существующей аэродинамики, физики, сопромата, теоретической механики, других технических наук. И этот транспорт должен быть в первую очередь дешевым в строительстве, в эксплуатации, безопасным, комфортным и скоростным. Естественно, на тот момент это были первые чертежи. И Анатолий Эдуардович действительно прошел огромный путь, даже показав всей научной элите того времени, научному сообществу на конференции по неракетной индустриализации космоса концепцию общепланетного транспортного средства, которая в принципе исключила бы те проблемы, которые на сегодняшний день имеет наша планета. То есть это изменение климата, от этого провоцируются, соответственно, различные экологические катастрофы и так далее и тому подобное. Так как великие державы, которые являются лидерами мировой экономики, в том числе США, также терпят бедствия от современных экологических катастроф. Я могу сказать, что задумались наконец-то в прошлом году об Всемирном конгрессе, об глобальной объединенной конвенции по изменению климата. Это конвенция ООН, это Парижское соглашение. На самом деле задумываться об этом, на наш взгляд, нужно было намного раньше. Никто не знает сейчас, пройдена точка невозврата или нет, но Анатолий Эдуардович еще в конце 80-х годов представил это решение. Но не будем об этом. Это достаточно серьезное, сложное изобретение, которое будет покрывать всю длину экватора, 40 тысяч километров. И для того, чтобы это случилось и это реализовалось, нужно отработать целый цикл технологий. Но я хотел бы остановиться на вехе, очень серьезной и важной вехе в 2000-х годах в истории развития проекта струнных технологий, проекта Skyway. И Skyway — это не с самого начала было запатентовано название и использовано. Были струнные технологии, был струнный транспорт Юницкого, но в 2000-х годах произошло знакомство Сергея Анатольевича с Лебедем Александром Ивановичем, губернатором Красноярского края на тот момент, и Сергей Анатольевич сумел донести концепцию, стратегию, каким образом вывести Россию в экономические лидеры и действительно сформировать потенциал сверхдержавы. Как было когда-то во времена СССР, то есть по технологиям мы были лидерами, у нас были все шансы продолжать наращивание в условиях даже холодной войны на мировой арене, увеличивать экономический потенциал, но мы знаем, что произошло с СССР. Сегодня ситуация обстоит таким образом, что мы вплотную сидим на нефтяной игле и, соответственно, напрямую зависим от колебаний цены на нефть. То есть, если нефть, соответственно, падает, то стоимость доллара по отношению к рублю, она также увеличивается не в пользу, изменяется не в пользу для рубля. И Лебедь Александр Иванович, наверное, предвидел все эти факторы, что нужно диверсифицировать экономику, что нужно создавать инновационную стратегию развития экономики, и увидев на тот момент функционирующую модель 1:5 струнных технологий, было принято решение совершить первый транш, совершить первое финансирование и заложить первый нулевой километр технопарка. И вообще, можно сказать, это очень, опять же повторяю, серьезная веха, это начало развития эпохи Transnet и начало развития уже воплощения конкретно в виде испытаний, в виде железа, если говорить про путевую структуру. В первую очередь, естественно, с 2001 по 2009 год это были испытания путевой структуры. ЗИЛ, который вы видите на слайде, являлся подвижной лабораторией, и было построено несколько сотен метров, произведена презентация. Ожидалась, естественно, очередь до Кремля, но время на тот момент не пришло. Настолько серьезная заинтересованность технологии, которую мы сейчас видим. Более того, после презентации на тот момент президенту Дмитрию Анатольевичу Медведеву, как я вот говорю и часто в чате комментируют, неизвестными лицами по неустановленным причинам, абсолютно по неизвестным мотивам был разрушен технопарк в городе Озеры. Поэтому мы его называем полигон, потому что он претерпел такие вот серьезные акты вандализма, военные действия, можно сказать, и он был разрушен буквально под ноль. Все эти опоры, все эти металлоконструкции были спилены с помощью спецтехники и увезены в неизвестном направлении. Ну, кстати, в недавнем времени ЗИЛ все-таки был найден и вернется в музей, ныне Skyway, который будет находиться на первом этаже нашей станции, первые анкерные опоры. И, соответственно, это сейчас является нашей историей. Также, можно сказать, история начинается вторая очень важная веха, которую я хотел бы отметить, это 2013 год. После попыток взаимодействия с крупными инвесторами Анатолий Эдуардович потерпел недобросовестное отношение своих партнеров к себе и ко всей компании. Был совершен рейдерский захват, незаконный абсолютно, компании во главе с Виктором Узловым. И, соответственно, после этих действий, понимая, что и крупные инвесторы на ранних стадиях будут желать получить все и оставить ни с чем генерального директора, ныне генерального конструктора ЗАО «Струнные технологии», в первую очередь гениального ученого, изобретателя, основателя целой технической школы, новой инженерной. И, естественно, Анатолий Эдуардович понял, что нужно действовать каким-то другим образом, рассчитал, так же, как были рассчитаны все элементы технологии, также была рассчитана система народного финансирования, именуемая краудинвестингом. Мы знаем, что есть 15 этапов. На сегодняшний день мы находимся на 8-м этапе из 15. Наступить этап может в зависимости от привлечения инвестиций намного быстрее, чем он наступал в прошлом времени. И мы можем сказать, что эта система работает. На сегодняшний день более 500 тысяч людей помогают развитию проекта тем или иным образом. И, соответственно, сотни тысяч активных инвесторов, активных лидеров, тысячи, десятки тысяч, более чем в 100 странах мира, и по последним подсчетам это 108 стран, развивает 4 направления. Это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт и это, естественно, высокоскоростной транспорт и, естественно, это легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт, который как направление появился в виде потребности рынка меньше года назад, но уже созданы подвижные составы в реальном масштабе. Более того, это не просто реальный масштаб, это действующие машины мирового уровня, мирового качества, мирового класса, и они были показаны на выставке InnoTrans в Берлине. Дорогие друзья, я могу достаточно долго рассказывать про преимущества технологии, но на сегодняшний день все складывается к тому, что необходимо знать, что же сейчас было достигнуто в виде результатов и что мы видим на экотехнопарке, когда будет технология продемонстрирована и, соответственно, самое главное, насколько реально, какие есть риски или наоборот нет риска в том, что 29 ноября действительно совершится Первая демонстрация в движении. Это не какая-то фееричная презентация, как любят проводить западные компании. Это будет закрытая встреча для крупных инвесторов, для представителей управляющих компаний. Мы поговорим об этом обязательно на расширенном технико-экономическом вебинаре. Я расскажу более подробно, кто будет присутствовать, о ком можно говорить на встрече 29 ноября. И я могу сказать, даже не возвращаясь на июнь 2015 года, когда был заключен договор аренды земли в городе Марьиногорка, Минская область, Республика Беларусь, и, соответственно, начато в начале сентября строительство экотехнопарка, то есть был вырыт первый котлован. Также в сентябре в первый раз посетили наши очень серьезные партнеры Ротхук, это бывший министр транспортного департамента развития инфраструктуры Южной Австралии, ныне это один из членов Совета директоров управляющей компании Skyway Transport Австралия, которая занимается всеми адресными проектами по Австралии. Более того, сейчас уже мы конкретно знаем, что в следующем году начнет реализовываться проект в Аделаиде, Южная Австралия, по строительству между двумя кампусами университета Флиндерс. Это пилотный проект. Помимо этого, городскими властями рассматривается применение технологии Skyway в виде городского пассажирского транспорта как альтернатива расширению трамвайной колеи. И помимо этого есть ряд очень серьезных горнодобывающих проектов, также ряд очень серьезных проектов по высокоскоростному транспорту. Вот вы видите, 23 апреля, я неспроста открываю эту дату, потому что также в апреле будет происходить экофестиваль, ориентировочно в этом месяце. Естественно, как бы мы будем стремиться максимально, чтобы это была та дата, которая запланирована, когда все желающие смогут принять участие в этом замечательном действии, увидеть технологию в движении уже не только в качестве крупных потенциальных и крупнейших потенциальных инвесторов. И, соответственно, вот Вячеслав пишет, что 3000 человек. Я не знаю, насколько там много будет людей, но наверняка огромное количество, потому что те, кто пропустили такие события, как закладка нулевого километра, как еще более раннее событие, закладка капсулы времени, рытье, даже было такое событие первой лунки под промежуточную опору струнного интеллектуального ограждения, которое стояло уже в апреле. И, соответственно, это действительно является на сегодняшний день нашей историей, дорогие дамы и господа. В мае, вы видите, в таком процессе и в таком состоянии происходило строительство первой анкерной опоры, совмещенной с транспортно-логистическим узлом. И, соответственно, я хотел бы, как обычно, на вводном технико-экономическом вебинаре остановиться на некоторых месяцах. Не нужно запоминать дату, просто нужно запомнить либо месяц, либо хотя бы факт, что также в мае началось запараллельное строительство уже нового направления. И на тот момент я лично думал, что это будет только легкая прогулочная спортивно-экскурсионная трасса под юнибайки, которые вы видели, наши юркие, мускулисты. Но на самом деле это будет универсальная путевая структура, сразу как под легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт, также и городской пассажирский транспорт, и поэтому удивились специалисты, которые присутствовали на выставке InnoTrans, также вице-президент Симмонс. Если пробежаться по слайдам строительства, я эту презентацию обязательно дам, она наглядно показывает всем категориям людей, что действительно результаты достигаются, и они достигаются не сразу, но они достигаются за много короткие промежутки времени, чем, допустим, создавался первый Боинг, чем, допустим, создавался первый компьютер и многие-многие другие технологии. То есть далеко не все корпорации могут похвастаться такими сжатыми сроками по созданию технологии мирового уровня и мирового качества. Что также примечательно, дорогие друзья, то, что уже в июле началось опять же запараллельное строительство уже грузовой трассы. И это уже фактически три направления: легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт, городской пассажирский транспорт и грузовая трасса. Вы видите, здесь 15 июля вырыты первые котлованы под опоры грузовой трассы. На сегодняшний день в полной мере продолжается строительство и ведутся все направления фактически, то есть это городская пассажирская трасса, это легкий транспорт, это грузовой транспорт, это высокоскоростной транспорт. И если 29 ноября будет продемонстрирована, соответственно, в движении технология легкого прогулочного и городского пассажирского транспорта, то, как упомянул в интервью Анатолий Эдуардович Юницкий, буквально через 4-5 месяцев будет продемонстрирована грузовая трасса, и от этого времени через 5-6 месяцев уже демонстрации грузовой трассы будет продемонстрирована высокоскоростная трасса. Это действительно реально достижимые сроки при тех результатах, которые мы имеем, и при тех действительно поставленных задачах, достигнутых в экстремальных условиях, в сжатые временные отрезки специалистов мирового уровня. То есть Александр Сенкевич является одним из тех, кто когда-то создавал Е-мобиль. И поразительно, но за 3 месяца с нуля был создан подвижной состав Юнибайка. И это действительно инновационная машина, которой просто не видывал до этого земной шар. И никто не мог предположить, что это будет реальностью. Но мы видим, что да, действительно, то, что было продемонстрировано на выставке InnoTrans, сейчас уже остались считанные недели и будет продемонстрировано на территории экотехнопарка. Давайте посмотрим, что сейчас мы можем наблюдать на экотехнопарке. Вот совершенно недавнее время, то есть, естественно, я пролистаю слайды с InnoTrans, чтобы те люди, которые в первый раз так вот визуально увидели, каким образом выглядят наши подвижные составы в реальной действительности, в масштабе 1:1. Это еще создание путевой структуры, ферменной конструкции под трассу городского пассажирского транспорта, совмещенного с высокоскоростным транспортом. То есть высокоскоростной транспорт будет наверху, городской пассажирский в виде подвесного транспорта будет внизу этой фермы. И вот с начала октября начался монтаж, даже вот с конца сентября начался монтаж путевой структуры легкой трассы. Но это не просто та трасса, дорогие друзья, которая сможет выдержать какие-то аттракционы, какие-то игрушки. Это та трасса, которая сможет выдержать пассажиропоток современного метро, к примеру, московского метро, и обеспечить решение данных задач. И вот 10 ноября мы видим, что действительно установлена уже путевая структура. Еще, естественно, до 29 ноября начнутся ходовые испытания уже на территории экотехнопарка перед генеральным техническим прогоном. Когда я вижу эту картинку, и независимо от того, в каком качестве это сделана фотография, я могу сказать, что у многих людей, которые начали этот проект с 2013 года, либо развивают, как Сергей Анатольевич, вообще более 16 лет, либо как Виктор Бабурин, более 8 лет. Наверняка бегут мурашки просто по коже, потому что взгляните на это действительно уникальное, простое инженерное решение – Почему все размыто? Потому что я имею в виду крепление, я имею в виду анкерную опору, потому что есть ряд ноу-хау, который не хочется раскрывать до того момента, пока это можно будет все показывать. Соответственно, естественно, можно это сфотографировать с помощью дронов, и более того, сбрасывали, кстати, недавно в одной из социальных сетей фотографии со спутника, то есть там уже видно, каким образом выглядит наш экотехнопарк, и троллям, сомневающимся, на благо, так скажем, им в первую очередь, потому что они, надеюсь, перестанут сомневаться когда-нибудь. Видно, что действительно со снимков с космоса видно наш экотехнопарк. Многие не поверят из этих людей, даже когда все будет уже перемещаться, даже когда возникнут первые адресные проекты. Эти люди до конца будут сомневаться, что если продемонстрировали легкий прогулочный транспорт, если продемонстрировали городской пассажирский транспорт, то наверняка не продемонстрируют высокоскоростной. И будут сомнения. Мы не утверждаем, что несмотря на то, что 99% населения земного шара нуждается в этой технологии, а то и все 100 присоединятся и будут инвестировать лишь малый процент. Но даже малого процента, и мы знаем, сколько населения земного шара, и я вам назвал неизмеримо малую цифру активных инвесторов, то есть это максимум 150 тысяч, то есть нужно подбить статистику для себя чисто, чтобы знать и отвечать четко на этот вопрос. Но я могу сказать, что это, естественно, меньше полумиллиона активных инвесторов. То есть 500 тысяч, я говорю про тех людей, которые просто даже зарегистрировались, потому что те люди, которые сегодня в первый раз присутствуют на вебинаре, я вам могу сказать, если вас эти результаты не вдохновляют, если вы вдруг не верите, то используйте лотерейный билет, мы называем, вот для Германии мы такое понятие придумали, можете, кстати, использовать эту терминологию, и пусть человек просто наблюдает за новостями чисто для себя, зарегистрировавшись в личном кабинете, получив минимальный пакет обязательств в 100 единиц. Кто знает, сколько будет этот пакет стоить через 5 лет, через 10 лет. Но я могу сказать, что что-то он будет стоить, дорогие друзья. И если кто-то сомневается, хотя бы зарегистрируйтесь и используйте эту возможность, пока она есть, потому что ее не станет. Почему же действительно многие государства, многие делегации бывают сейчас очень часто на экотехнопарке, и происходят такие контакты, как вот Ротхук появился просто так от знакомства Людмилы Хьюз, замечательной учительницы с Южной Австралии. И кто знал, что Ротхук окажется действительно бывшим министром транспортного департамента развития Южной Австралии. Александр Мосин пробился к Рамзану Кадырову, донес ему стратегию, концепцию Skyway. Кто знает, во что это выльется, возможно, это выльется и в комплексную стратегию развития Чеченской Республики. Проекты различные сейчас пробиваются, развиваются на территории Российской Федерации, подготавливается почва для заключения инвестиционных соглашений, но первая область уже заключила 2 ноября соглашение, это Челябинская область. Кто об этом мог предполагать и почему такой интерес? Если есть такой интерес еще до демонстрации технологии в движении, наверняка есть какие-то особенные технические характеристики, которые говорят о том, что это действительно эффективная технология. И в первую очередь, дорогие друзья, кто только погружается в проект Skyway, начинает изучать азбуку Skyway, я хотел бы начать с первой буквы алфавита и с первой буквы нашего Skyway алфавита. Это буква А – аэродинамика. И коэффициент аэродинамического сопротивления значительно более перспективный, чем у таких автомобилей, я даже не буду говорить, как Bugatti Veyron, там 0,43 коэффициент аэродинамического сопротивления. Я буду говорить о более новых моделях, например, Mercedes Coupé GLC. Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,22. У нашего подвижного состава коэффициент аэродинамического сопротивления не менее 0,04, то есть более чем 10 раз более эффективный. И, соответственно, тот факт, что транспорт перемещается на втором уровне, увеличивает аэродинамические показатели сразу в 2 раза. Соответственно, как минимум в 2 раза будет происходить значительная экономия как топлива при эксплуатации, так и материалов при строительстве. Я не буду вдаваться в точные характеристики, сколько будет экономии на погонный метр, но поверьте мне на слово, экономия есть, и она значительная. Есть материалы, есть брошюра, я бы не сказал даже брошюра, а книга «100 ответов на 100 вопросов», где представлены ответы на все технические вопросы. И я могу сказать, что вот что касается технологий, что касается технических рисков, их у технологии Skyway просто-напросто нет. Этому доказательство то, что нас признали инновационной, перспективной, рекомендованной к внедрению, экспертный совет Министерства транспорта Российской Федерации, Международная академия теории решения изобретательских задач во главе с президентом Михаилом Орловым, MBM, высшая консалтинговая организация, которая оценивает инфраструктурные проекты и технологии, признав технологию Skyway самой эффективной, самой перспективной применению технологии на сегодняшний день в сфере транспортной индустрии. И это не просто так, дорогие друзья, потому что действительно самый главный показатель при перемещении транспорта – это ощущение комфорта, которое мы испытываем при пользовании транспортом. То есть должно быть абсолютно ровное перемещение, без каких-либо вибраций, без каких-либо эффектов рельсы, шпалы, вот этих качаний в наших русских поездах. И я думаю, что не каждый рискнет, я люблю приводить такие аналогии, с кипятком в 2 руках пройти, независимо от того, в купе вы едете, в СВ вы едете, все равно вы будете испытывать вот эти вот некий дискомфорт при перемещении. Что касается наших подвижных составов, как говорит Анатолий Эдуардович, действительно комфорт, может быть, будет чуть-чуть похуже, как вы сидели бы на диване, слушали любимую музыку, либо кто смотрит телевизор, смотрел бы телевизор, либо кто общается по телефону, общался бы по телефону. Без отрыва от реальной действительности вы действительно совершали те действия в повседневной жизни, которые вы обычно совершаете. Не было бы никаких прерываний мобильной связи, не было бы недостатка интернета, каких-либо провалов в подобных случаях. И это также, можно сказать, обязательно будет реализовано, так как в путевой структуре есть силовые кабели, то есть будет электричество, есть оптоволоконные кабели, есть все различные сигналы, радиочастотные, цифровые, мобильные. Соответственно, мы можем сказать, туда, куда придет струна, действительно произойдет освоение территории. И сама путевая структура, она является в первую очередь ноу-хау, то есть это предварительно напряженная, неразрезная конструкция. Можно сравнить с проводом, который мы натягиваем, если мы располагаем параллельно либо 2 провода, либо даже таких вот тонких бумажных ленты. Если мы их преднапряжем, то есть растянем, закрепим пальцами хотя бы, можно положить какой-то тяжелый предмет. Соответственно, это простая модель. Действительно, почему очень серьезные, колоссальные нагрузки наша путевая структура сможет принимать и испытывать. И принимать на себя всю нагрузку будут анкерные опоры и промежуточные опоры. Соответственно, я думаю, дорогие друзья, что на данной стадии стоит обратить внимание на технологию Skyway, стоит рассказать о том, что вот-вот, 29 ноября, будет происходить мировая демонстрация. Тот, кто будет ожидать эту мировую демонстрацию, ее обязательно получит. И это не то, что, я повторюсь, фешенебельная презентация, как любят наши партнеры по транспорту второго уровня проводить на 123-м этаже Бурж-Халифы дорогие мероприятия. Это будет совершенно обычное мероприятие, такими же, какими являлись все наши предыдущие мероприятия. В первую очередь мы доказываем делом и действиями, что да, действительно, технология Skyway абсолютно реальна, и в первую очередь у нас происходит максимальная оптимизация расходов, максимальная оптимизация использования материалов. Благодаря этому также появилось ноу-хау, которое в голове Анатолия Эдуардовича было всегда. Это зеленые крыши. За зеленые крыши был получен грант про ООН даже. То есть это несколько сотен тысяч долларов, которые также пошли на развитие технопарка. И кто знает, дорогие друзья, будет ли возможность вообще, вот, к примеру, не будем загадывать про 2017 год, он будет для нас и очень сложным, и очень эффективным, и очень прорывным, и лучшим, показательным. Но кто знает, в 2018 году будет ли вообще возможность инвестирования в ту головную компанию, которая будет входить в качестве участника во все управляющие компании по инициации всех адресных проектов по всему миру. И если бы вам задали такой вопрос, что, к примеру, есть компания, вы знаете сейчас потенциал интернет, насколько распространен интернет и насколько он проник в жизнь каждого, даже самые глухие русские деревни интернет и то проник. И какой это вообще потенциал? Какой потенциал рынка интернет-вещей? В ближайшие 5-7 лет Маккинзи прогнозирует то, что вообще только потенциал рынка интернет вещей планируется в 5-7 триллионов долларов. То есть это достаточно неплохая сумма, чтобы задуматься. А если мы говорим и утверждаем, что рынок технологий Skyway будет в десятки, а может быть в сотни раз более серьезный по потенциалу, чем рынок интернет и интернет вещей, то я думаю, что стоит обратить внимание на эту технологию. Ну вот, дорогие друзья, в такой вот вкратце вводный вебинар «Азбука Skyway», и мы прерываемся на небольшую паузу для того, чтобы показать те основные ролики по новостям, трансляциям ЗАО «Струнные технологии», интервью, которые мы с нетерпением ожидаем уже не раз в месяц, как ранее, но уже раз в неделю как минимум, а иногда бывает по нескольку раз за неделю. Смотрим и до встречи на следующей части, уже расширенном технико-экономическом вебинаре, на котором мы пообщаемся на многие интересные темы. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Как всегда, хитом наших новостных выпусков является посещение экотехнопарка Skyway. Сегодня мы здесь как раз таки и находимся, и нашим собеседником является главный инженер закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Алексей Сергеевич Савин. Добрый день, Алексей Сергеевич. Добрый день, уважаемые зрители канала и инвесторы. Расскажите, пожалуйста, на фоне чего мы с вами снимаемся, что за работы проводятся, ну и потом, естественно, мы подойдем к легкой путевой структуре, скажем так, вкусное на третье. Да. Ну, на сегодняшний день первое монтажное управление промтехмонтажа начало монтаж анкерных опор грузовой транспортной системы. Вот это вы видите на экране. Идет установка металлоконструкции к фундаменту анкерных опор. Соответственно, ну, вы видите, что выпал снег. У нас сегодня первый снег, который так плотно лег, хотя и мокрый. Несмотря на это, на непогоду, дожди, которые были, работы продолжаются согласно графика строительства. Корректива погода, конечно, вносит, но, как и в прошлом году, мы не теряем оптимизм. И все работы, еще раз повторю, что ведутся согласно графика. Понятно. А что на первой линии? На какой фазе она находится? То есть пассажирская, городская и высокоскоростная? Ну, на анкерной опоре станции у нас заканчиваются отделочные работы. Установлены окончательно фасады, витражи. Производится окончательно облицовка, штукатурка стен. Ну и происходит монтаж пролетов путевой структуры. Сварка и монтаж пролетов путевой структуры. Спасибо большое. Ну и давайте пройдемся все-таки немножко по территории и прокомментируем то, что происходит на легкой, которая вот-вот уже в ближайшие дни, наверное, начнет функционировать. И на месте прокомментируем. Хорошо. Алексей Сергеевич, ну вот мы сейчас с вами на максимальном приближении к легкой транспортной системе, на которой можем быть для того, чтобы не показать ничего лишнего. И именно поэтому нам так необходим комментарий главного инженера. Что же все-таки уже сделано, что предстоит и как скоро мы все-таки увидим испытание Юнибайка. Ну, на сегодняшний день, да, мы все показать не можем, раскрыть всех нюансов. Мы находимся на последнем завершающем этапе монтажа путевой структуры. И вот уже совсем в скором времени, буквально чуть-чуть осталось дождаться, потерпеть. И на этой линии уже будет ездить Юнибайк. Спасибо большое. А как вы предполагаете, успели ли мы в те сроки, которые обозначил Анатолий Эдуардович Юницкий, генеральный конструктор нашей организации? Безусловно. Поддерживайте наш проект, подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv-systems.com для того, чтобы не пропустить самое главное. И тогда в вашей жизни не будет плохой погоды. Строй Skyway! Спасай планету! Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко.